Кражу сегодня утром обнаружил сантехник 15-го ЖЭКа. Сначала подозрительным показались деформированные замки и приоткрытая дверь в подъезд жилого дома по улице Бочарова. Когда он заглянул в подвал, понял, сегодня ночью произошло очередное ограбление. Уже третий раз за неделю вырезали канализационную трубу. Канализация украдена полностью, чугунная труба. Это почти 16 метров трубы. Со всеми там отводами, переходниками. Новая труба, материалы и запчасти будут стоить порядка 1000 гривен. Все затраты лягут на плечи жильцов. Кроме того, еще неизвестно, как причиненный ущерб отразится на самом здании, говорят специалисты. Ведь почти целую ночь их подвал заполнялся фекалиями. Опасность заключается в том, что дом может давать деформацию. Как цоколь, так и весь дом вместе с панелями. Восстановить канализацию работники ЖЭКа планируют уже сегодня. Это уже третье ограбление за текущую неделю. По той же схеме своих канализационных труб лишились соседней многоэтажки. Преступники ломали замки и срезали трубу. Уже традиционно жители ничего не слышали. После каждого случая начальник ЖЭКа относила заявление в милицию. Однако до сегодняшнего дня преступников так и не обнаружили. К сожалению, я так думаю, что это не последняя кража. Эта волна была у нас несколько лет назад, тогда некоторые дома поснимали полностью, по 12 подъездов. Ну, повторяюсь, что это тогда было неощутимо для населения, а на сегодняшний день это довольно будет по карману бить каждого жителя, проживающего в этом доме.